хотя бы обута, а у меня прикинь. Праздником, здоровья, чтоб все было хорошо. Скажите пару слов хороших. Здравствуйте, у нас сегодня вот в честь праздника, да и вообще хорошего дня, и вообще каждый день очень хорош, проводится такой фестиваль доброты. Уже второй раз он проводится в Запорожье. В прошлый раз мы проводили на острове Хортица, сегодня проводим в Дубовой роще. Все очень светло, радостно, все в хорошем настроении. Проводим мастер-классы плетения мандал, куклы-мотанги, лотосы из оригами, спираль самопознания и многие другие тоже мастер-классы. Сегодня пройдут у нас совершенно бесплатно для горожан, да, для людей, которые живут в Запорожье, которые пришли, увидели нас и участвуют с нами, заряжаются добротой и позитивом. На весь год? На весь год вперед. А будет еще какой-нибудь будет праздник? Будет еще, обязательно будут проходить просто мастер-классы в Дубовой роще по выходным. И будет также в скором времени второй, третий уже фестиваль доброты. Здоровья, чтобы у вас все было хорошо. Да, спасибо. Живем я и ты. Не хватает тепла, не хватает людской доброты. Будем вместе учиться друг друга беречь и любить. Будем вместе учиться друг другу, как звезды светить. И тогда на морозе щемящий запахнет весной. И тогда на земле станет больше улыбка и одной. Весной зашумит вода, зимой запоют ветра. Давайте, друзья, всегда друг другу желать. Большой праздник сегодня, и там 9 мая будет праздник. С праздником! Здоровья!
по свету с карамельной защиткою. А еще одну для друга взять, кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта. Хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стук. Потому что всех нужнее и дороже, всех доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта. Кстати, те, кто не знают, вот у нас фактически здесь проходят главные артерии и вены. Если мы здесь почаще себе будем делать подзатыльники, то тем самым, у меня, кстати, даже шея может покраснела, может. Вот, тем самым мы увеличиваем кровоток, да, самомассаж. Кстати, по самомассажу я потом тоже покажу. Это как барабанный бой называется?